24 апреля 2014 года в Большом зале выставочного центра Союза художников России Санкт-Петербургского отделения открылась международная выставка под девизом «Художники против геноцида», посвященная столетию геноцида армян в Османской Турции в 1915 году. Свои произведения показали более 90 художников из разных стран мира – Соединенных Штатов Америки, Франции, Англии, Японии, России, Сирии, Эстонии, Чечни, Израиля, Армении и других. Куратором выставки был искусствовед Роберт Григорян. Выставка организована Армянской апостольской церковью Санкт-Петербурга, Генеральным консульством Армении в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургской региональной армянской национальной автономией. Мы не похоронили 1,5-2 миллиона своих предков. И души замученных, истерзанных наших предков обращаются к нам из бездны. И не дают нам спать и спокойно жить. Поэтому это никогда пройдет еще 100 лет, и это все равно для нас будет живая рана. Единственное, что может случиться, это покаяние. Мы христианский народ, мы готовы пойти на прощение, мы призваны и готовы прощать, но как христиане из Священного Писания мы знаем, что прощение следует за покаянием. Среди участников выставки – талантливые самобытные художники Андрей Моисеенко, Захар Хачатрян, Виктор Сиренко, Латиф Казбеков, Рашид Даминов, Александр Агабеков, Гагик Сарксян, Арон Зинштейн, Валерий Апинян, Александр Погосян, Лёва Бейбутян, Варужан Епремян, Анатолий Басин, Ашот Хачатрян, Ану Пуре, Ануш Сарксян и другие. Чтобы почувствовать, наверное, боль чужого народа, нужно подняться на вершину его страданий. И поэтому даже вот эта скульптура, группа, мне просто хотелось передать не отчаяние людей, а живущую даже в таких вот уже крайних обстоятельствах стеснения, они имеют надежду обратиться к Господу. То есть упование на Бога – это самое главное благо и шанс спасения для всех. Скорбь, которая есть, существует в нашем сердце, в нашей душе, она была и будет сопутствовать в течение всей земной нашей жизни, как в наших душах, так и в сердцах, в душах наших потомков. Мы должны, храня скорбь,
сердце проявить себя как достойные сыновья наших предков, которые приняли смерть сознательно, оставшись преданными своей родине, своей вере, своей церкви. И мы будем добиваться торжества справедливости. Настанет этот день в наши времена, слава Богу. Пусть глаза очевидцев, которые сегодня живут, увидят этот день и молитвенно будут пребывать с павшими нашими соотечественниками. До вторжения в СССР глава фашистов Гитлер заявил цинично: кто помнит сегодня геноцид армян? Я думаю, и не только я думаю. История показала и доказала, что он ошибся. Потому что все человечество помнит. Сегодняшний день, сегодняшняя выставка доказывает все, что деятели, особенно деятели искусства, особенно те, которые умственным делом занимаются, они всегда в первую очередь вот, за справедливость. Они борются за справедливость своими картинами, своими произведениями. Не случайно, что в мире самые крупные деятели культуры, писатели, художники, они однозначно осудили геноцид как самое громкое преступление, совершаемое человеком. Какая замечательная часть нашего союза армянских художников. Какие серьезные вещи сегодня перед нами они представлены. Это прекрасно. Это народ всегда созидал и будет созидать. И всегда талантливо и интересно. Я хочу пожелать успеха этой выставке, чтобы она говорила о правде, которая была, и о той великой правде, которая будет. Победа за тем народом, который, не сгибаясь, трудится во имя прекрасного будущего своей страны. Я многие годы работал и руководил военно-медицинской академией, где трудились прославленные ученые, вышедшие из России, в том числе один из самых видных начальника военно-медицинской академии Леон Абгарович Арбели. Мне очень приятно, что среди выпускников многие выпускники были армянами по происхождению, которые сегодня также украшают наш Петербург своим высоким профессионализмом, своими знаниями и своим теплом. А мы знаем, что многие тысячелетия Армения и тогда, и сейчас является символом православной церкви, символом веры и разума. Представленная сегодня выставка, она как раз говорит о таланте армянского народа, о силе его разума.
1915 году на территории Османской империи в Западной Армении была попытка убить саму любовь, поколебать основы мироздания. Но наш народ жив, несмотря на то, что по всем признакам он должен был сойти с исторического пути. Но мы живы, мы творим. Сегодняшняя выставка тому свидетельство. Я благодарю всех вас, которые нашли время собраться здесь и помянуть, и насладиться красотой искусства. Храни всех Христос! Очень важно отметить, что эта выставка стала знаменательным событием и первой ласточкой среди культурных мероприятий, посвященных столетию геноцида армян, которые будут проходить в Санкт-Петербурге в течение 2014 и 2015 годов. Հայկական ժառանգության գրավոր հուշարձաններ խորագրով միջազգային գիտաժողով է նախաձեռնել Սանկտպետերբուրգի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետը քաղաքի հայ առաքելական եկեղեցու աջակցությամբ։ Սեպտեմբերի 23-ից 25-ին անցկացվող միջոցառմանը մասնակցում են մասնագետներ Սանկտպետերբուրգի և Երևանի պետհամալսարաններից, լեզվաբանական հետազոտությունների Մոսկվայի համալսարանից և Մատենադարանից, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության քաղաքում Հայաստանի հյուպատոսության հայ համայնքի ներկայացուցիչներ ուսանողներ։ Вопрос национальной идентичности, культурной идентичности очень серьезный, особенно сейчас, в эпоху глобализации. И то, что делают ученые во всем мире, изучая цивилизации и культуры, в частности, армянскую культуру, армянскую письменную культуру, это очень важная вещь. Она важна для, в общем, будущего человечества, которое состоит из разных едино, потому что все мы люди из разных культур. И только в этом есть его смысл, как он станет одинаковым смыслом исчезнет. Армянский народ со своим богатым историческим прошлым и культурным наследием, несомненно, является важной составляющей частью всемирной цивилизации и искусства. Об этом, конечно же, знают все историки, политологи, археологи и так далее. К сожалению, некоторые из них иногда могут по всему по-своему трактовать Սանկտպետերբուրգի Սուրբ Կատարինե հայկական եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Սարգիս Քահանաչոփուրյանն ընթերցեց Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Եզրաս Արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի ողջույնի խոսքը գիտաժողովի մասնակիցներին։ В первую очередь хотелось бы назвать имена Кирилла Петровича Патканова, первого армянина, члена-корреспондента Российской Академии Наук, одного из столпов российского востоковедения. Мне бы хотелось упомянуть Никиту Лазаревича Бероева, учредителя кафедры армянского языка и литературы Санкт-Петербургского университета. Невозможно не упомянуть академика Иосифа
Авангардича Албея, имя которого окружено ореолом славы по всей Европе. Գիտաժողովի կազմակերպիչ Սանկտպետերբուրգի Պետհամալսարանի կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի ամբիոնի ավագ դասախոս Դոնար Ամակրչյանը շեշտում է, որ հայկական ձեռագրերի մի ստվարձ զանգված պահվում է քաղաքի արևելյան ձեռագրերի ինստիտուտում։ Գիտաժողովը կեզրափակվի դրանց ցուցադրությամբ։ Գիտաժողովը նվիրված է հայ գրավոր ժառանգության աղբյուրներին, հատկապես հայկական ֆոնդին, որ գոյություն ունի այստեղ և Գիտությունների ազգային ակադեմիայում և ազգային գրադարանում և արևելյան ձեռագրերի ինստիտուտում բազմաթիվ ձեռագիր Մատյանների վերծանմանը և հրավիրվում է մեր կոլեգաների ուշադրությունը և համագործակցելու և համատեղ վերհանելու փոշիների տակից բարձրացնելու այն ժառանգությունը գրավոր, որ ունենք այստեղ Սանկտպետերբուրգում։ Սանկտպետերբուրգի հայկական ազգային մշակութային ինքնավարության նախագահ Կարեն Մկրչյանի խոսքով գիտաժողովը մաս է կազմում հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների ծրագրին։ Ապրիլի մեջ ներկայացվեց Տիգրան Մանսուրյանի ռեքվիեմը, ապրիլի մեջ մեծ ցուցահանդես արվեց նկարիչների միությունում, որտեղ մասնակցեցին մոտավորապես 100 նկարիչ ամբողջ Ռուսաստանից և Հայաստանից։ Հիմա այս գիտաժողովն էլ իրականացվում է այդ ծրագրի մեջ։ Կարեն Մկրչյանը վստահ է, որ ցեղասպանության ճանաչման ուղղված հայ ժողովրդի քարոզչությունը պետք է հիմնվի իր վիթխարի մշակույթի վրա։ Պետերբուրգահայության գործունեության զգալի մասը հենց մշակութային ուղղվածություն ունի։ Հայկական ազգային մշակութային ինքնավարությունն օրինակ հանդիսանում է նույն օրը քաղաքի պետական կոնսերվատորիայում մեկնարկած երգեհոնահարների միջազգային մրցույթի գործընկերը։ Корни как бы органного сотрудничества Петербурга и Еревана, они давние. В свое время вот у Исаия Александровича Брауда как раз заканчивал консерваторию основоположник, что ли, армянской органной школы современной, Ваган Стамбалцян. Мне вот как бы посчастливилось еще застать его при жизни, когда он еще концертировал вовсю, в том числе и в Петербурге. Я ему даже в студенческие годы несколько раз ассистировал на органных концертах. Вот. И как-то вот контакты продолжаются. Հայաստանը մրցույթում ներկայացնում է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Սան Տիգրան Բունյատյանը։ Ուսերի հետևում մսկացում է սպասումները հայրենիքից։ Իհարկե անձնական չի կարող լինել միայն։ Մանավանդ միակ ներկայացուցիչն եմ Հայաստանից ու այս ոլորտում, որ Հայաստանը մի փոքր կարելի ասել հետ է մնում, այս պահին շատ պատասխանատու է։ Մրցույթն իրենց կատարումներով բացեցին ժյուրիի անդամները, որոնց վրա երիտասարդ մասնակիցները պետք է փորձեն տպավորություն գործել առաջիկա օրերի ընթացքում։ Գոհար Մարտիրոսյան, Առաջին ալիք, Սանկտպետերբուրգ։